вышли мы к пирсу. Три бабулечки, три красотулечки. Три красотулечки вышли. Издевается. И, короче, мы пьем пиво вот такое. А Света пиво не захотела, она пьет сок ананасовый. А здесь оплачиваете? Нет, конечно. Это все. Это все включено. Сейчас напьемся и будем буянить. А сок какой вкусный. Да. Пиво вкусное. Можно хоть здесь попить. Пиво вкуснее. Можно здесь пиво попить. Здесь я не за рулем. Так что пью сколько хочу, да? Конечно. Давайте, дорогие мои зрители, дорогие подписчики. Гип-гип, ура! За ваше здоровье, давайте. И за наш отдых. Это первый день. На этом... в этом прекрасном отеле, да, Ботанико, Платинум, 5 звезд. О. Вот мы немножко передохнули и вышли прогуляться. Мы, правда, не стали обедать. Ой, потому что мы как приехали, с утра пошли покушали. Ну, не с утра, а как получается, второй завтрак. И до того сытые, что решили пропустить обед. Потом пойдем поужинаем. А то что-то совсем растолстеем с этого шведского стола. Ни в одно платье не влезем. Ой, как жарко. Мы просто вышли на площадку какую-то. Что, в другую сторону пойдем? Ну что, а? Ты не это, Wi-Fi не подключаешь? Да, да, я с ним поговорила. И что? Ну, сказала, нормально все. Долетели, рейс задержался. Показала номер. Все. Подключили. Да, Wi-Fi подключился. А? И мне надо подключить. Ну, давайте подключим. Ну, мы сейчас гулять все равно пойдем. Потом придем, когда. Здесь вот можно перекусить. Нет. Давайте посмотрим, что здесь продают. Здесь вот такой бар. Можно перекусить печенюшками всякими. Вот зефирчиками. Здесь можно чай попить, кофе. Вот такие пироженки всякие. Вот такие всевозможные. Здесь вот шоколады. Хотите кофе пить? Нет? Все, напились, наелись. Здесь мороженое. Пожалуйста. Бесплатное мороженое. Ешь сколько в душе угодно. Рая пошла за водичкой. Вот такой холл у нас большой, современный. Все очень красиво. Там ресепшн. Вот такие часы огромные висят. Здесь вот такая стоечка. Приезжающим можно здесь быстро что-нибудь попить, перекусить конфеточками, вот, допустим. Конфеточки вот. Можно выпить вина. Вот девчонки уже убежали, нетерпеливые. Пойду вслед за ними. Идемте отсюда. Пойдем отсюда. Где-то же есть, должен быть вкус. Но я взяла конфеточек. Молодец. Там, где вот этот, стойка же есть? Минус два. Смотрите, это, погода какая, да? Прохладная. Жары нету такой. Красота такая. Бархатный сезон.
Вот здесь базары ездят. Можно поехать на базар. Вот в эту сторону и... А, в эту сторону базар идет. А что-то мы никуда идем. Здесь игровые автоматы, но, видимо, платные. Тут и спа-центр. Хотите попариться в баню? А? В баню не хотите? В баню? А? А здесь бассейн. Здесь бассейн. Там тренажерный зал. Ну, пошлите. Нет, здесь бассейн. К морю туда. Похоже. Там тоже можно было быть. Ну, там, бассейн, да, через бассейн, да. Вот видите, люди пошли на траву. Вот какие-то ключики стоят интересные. Такой дизайн. Все очень красиво. А там что? Тут магазин ювелирных изделий. Телефон. А? А, там ресепшн. Это магазинчики, ряд магазинчиков, да? Магазины, пожалуйста. €10. Что такое? Все по €10. Все. Каждая. Вот чемоданы, кстати. Вот мне надо чемодан. Вот такую. Что-то они не очень качественные. Можно отсюда взять. Так, вот вышли к бассейну. Вроде, когда вышли, было холодновато, а вот здесь прям жарко-то. Все купаются, перекусывают. Красота. С детишками. Вроде бы сейчас еще не каникулы, а все равно вот многие с детьми здесь. И вот такой наш отель. Прекрасный. Смотрите, как красиво. Видите? Да? А наверху кто там? Почему нас наверх не заселили? Заселили где-то в подвал. Вот так мы идем. Сейчас выйдем к морю. Здесь детский клуб. Вот так вот на главную аллею выходите. И прямо идите направо, и вы там увидите выход на море. Ага, спасибо. В лишнее место не попадете. Вот такой детский клуб для детишек. Это же тоже к нашему отелю, да, платинам относится, Ботаник платинам. И вот этот корпус тоже, да? Ну, корпуса здесь разные, а территорией можно пользоваться всеми нашими отелями. Ясно. Вот как для детишек. Такое раздолье. Здесь вот полотенце можно брать. Да. Карточки у нас есть. Так что можем взять полотенце и пойти на море. Или бассейн. Мне тоже хочу. Сюда поворачиваете, но прямо. Ага, спасибо. Вот идем к морю. Люди накупались, да. И кто скажет, что октябрь месяц, да? Все раздетые ходят. Красота. Такие деревья красивые. Здесь вот еще бассейн. Там беседочки такие накрытые. А-ля-карт ресторан туда. Надо записаться на а-ля-карт ресторан.
Все зелено, посмотрите. Какие вот, пальмы. Какое дерево красивое. А? Два вместе сплелись, вот посмотрите. Ага. Красотища. И вот это, что там написано? Phoenix Canarens. Желайте массаж. А нет, спасибо. Красота. Интересно, а здесь животные есть? Где-то должны быть заповедник животных. Гляньте, какие шикарные кактусы. Ой, какие кактусы красивые. А вот это, смотрите, какое огромное. Да. Огромнейший. Вон прям. А вот этот. Прям такой высокой. А вот этот. Еще ужас. Больше. Настоящие деревья. Да. А вот еще. Очень красиво. Вот это кактусы. Кактусы. И вон там тоже красота какая. Пальмы, гляньте, какие огромные. Ну кактусы такие. Нет, это листочек упал. Фениксик упал. Очень красивая зеленая территория нашего отеля. Дельфин Ботаник Платинум. 5 звезд. А там анимация дневная. Там аниматор что-то говорит. И какие-то надо делать упражнения на воде. А здесь вот можно тоже перекусить. Здесь вот, вот такой уличный ресторан. Девочки, здесь тоже можно перекусить. Знаете? Здесь вот тоже что-то печется. Вот это вот пицца. Лепешечки всякие там. Здесь гамбургеры делают. Вот сосиски, хот-доги, пожалуйста. Короче, здесь кушать на каждом шагу. О, здесь пусто уже. Здесь уже ничего нет. Уже все съели. Вот это уличный ресторан. Можно вот, допустим, пойти покупаться и, чтобы туда не ходить, здесь перекусить можно. Здесь снова вода. Да. Ну, смотрите, как красиво дорожка ведет к морю. Да. Да? Смотрите, как красиво вон сверкает море прям. Красота! Там такой вот, как называется, не причал, а как, не понтон, пирс. Там пирс, да. И там вот тоже люди загорают, прыгают оттуда в воду. Интересно, никто не купается. Почему-то. Потому что, наверное, волны огромные. Все только вот наблюдают. А желающих искупаться не видно что-то. Волны, конечно, огромные. Это не то, что вот мы были на Лангкаве, где такое спокойное море. А здесь вот такое бурное море и пляж такой галечный. Вот. Но зато приятно дышать свежим воздухом. Посмотрите, какая здесь красота. Вот такая беседка здесь. Можно устроить фотосессию здесь. Красота. А, здесь такие статуи стоят, ангелочков. А здесь вот, вот такая вывеска, и написано, что где находится. А-ля-карт ресторан там. Вот. Нам надо а-ля-карт ресторан записаться. Один раз сходить. А? Это
фотографируешь? Я не фотографирую, я видео снимаю. А вот здесь карта. Карта, где что находится, написано. Вечером, наверное, будут представления вот на арене там. А где эта арена? Далеко? А вот мы уже проходили вот с той, там, с той стороны. Сходим. А что? Ну, представления всякие. А-а-а. Артисты будут выступать. Ну, почему? Не только на турецком. Может, турецкий ход, тогда мы продадим билеты? Да нет. Еще раз ходите в турецкий хор. Ну я знаю. Так на йогу же ходим. Вот здесь вот тоже. Вот так лифт красивый такой, куполом. Да. Он огроменный какой кактус. О, до самого верха. Что за кактус такой, а? Вон кактус, вон, цветы до самого верха. Цветочки кругом. Вот видно, что осень только по листьям, которые валяются вот на земле. А так лето, настоящее лето. Красота. Здесь опять бассейн небольшой. Вот наш основной корпус. А здесь шоу-программа какая-то. Вот здесь написано, какой день, какая программа будет. Вот, допустим, сегодня у нас воскресенье, Sunday, вот такая программа сегодня будет. 9:30. Вот какое-то историческое шоу. Надо будет сходить.